Всем огромный-огромный привет! И в этом видео мы снова с вами вместе будем готовить на пару дней вперед. И начинаю я готовку с приготовления хлеба, самого обычного, белого. В этом мне поможет моя хлебопечь. Рецептик я вам уже как-то давала, но и здесь тоже обязательно напишу все пропорции. А еще в планах у меня приготовить рис с овощами и куриной грудкой, котлеты и испечь вкусное печенье. Приятного вам просмотра! Следующее, что я буду готовить, это котлеты. Котлеты у меня будут из фарша индейки. Он у меня уже был готовый. Туда я добавила булку размоченную в молоке, соль и смесь перцев. И в фарше у меня уже был лук. Все я хорошенечко перемешала, и сейчас буду формировать котлетки и обжаривать их на небольшом количестве растительного масла. Сегодня они у меня будут жарены именно на сковороде. В последнее время я часто делала котлеты, запеченные в духовке, но что-то вот захотелось таких именно пожаренных котлеток. И масло я лью совсем-совсем немного. Следующее, что я буду готовить, это рис с овощами и куриной грудкой. Здесь у меня уже нарезана куриная грудка, в этот раз я ее такими довольно крупными кусочками порезала. Здесь у меня замороженные овощи, это сладкий перец, кукуруза, горошек и две фасоли стручковые. Вот я вам показывала в закупках. Смесь хортекс, желтая и зеленая, такую еще не пробовали. Вот попробуем. Здесь у меня рис. Это смесь риса, по-моему, фитнес называется. Ну, в общем, здесь видите, такой коричневый и бурый, по-моему. Так. И морковка натертая на крупной терке. Из специй мне понадобится, конечно же, соль, сушеный чесночок молотый, куркума и смесь перцев. Я уже разогреваю на сковороде растительное масло. Сейчас на этом масле я обжарю куриную грудку с морковкой. А затем добавлю рис, овощи, все специи, залью водичкой и буду тушить. Так получается очень-очень вкусно и полезно.
Вот такое вот эластичное должно получиться тесто. Обязательно его вымешивайте руками, потому что так оно становится действительно такое эластичное и удобное для работы. И сейчас я это тесто уберу на 20-30 минут в холодильник, чтобы масло немножечко подморозилось, потому что от тепла рук оно, естественно, подтаивает очень так интенсивно. И потом уже начну формировать печенье. Я достала половину теста, оставшаяся половинка у меня еще пока в холодильнике, чтобы она не растаяла. Сейчас вот из этой части теста я сформирую такую колбаску достаточно толстую и буду нарезать ее кружочками. А потом на каждый кружочек я буду добавлять жареный миндаль. И у меня будет такое песочное печенье с миндалем. Вот такое я видела во Вкусвилл. Прочитала состав, в общем, и поняла, что могу сделать точно такое же дома. Вот. Ну, конечно, выглядит оно очень-очень вкусно. А надеюсь, такое же и будет, в принципе, песочное печенье плюс миндаль. Это, ну, действительно очень вкусно. Печенье я выложила на противень, застеленный пергаментом, вот так вот, знаете, подальше, потому что они все равно увеличиваются немного в размере. И сейчас поставлю в духовку, разогретую до 190 градусов, минут на 15. В общем, буду смотреть по готовности. Если они у вас более тонкие, то, соответственно, они приготовятся быстрее. Если они потолще, то чуть подольше будут готовиться. Вот так вот выглядит печенье. Это только первая партия, и вторая партия, второй лист у меня сейчас тоже выпекается. Они увеличиваются в размерах, вот такие вот становятся большие, но я специально делала крупные, потому что, ну, как бы, дети, муж любит, в общем, знаете, когда такое печенье крупное. И аромат дома стоит просто потрясающий. Кстати, забыла вам сказать, что в тесто можно также добавить еще ванилин, ванильный сахар, экстракт ванили, в общем, все, что вам нравится. Но я решила попробовать так, без дополнительного, скажем так, усилителя вкуса. Вот так вот выглядят плоды моей сегодняшней готовки. Рис с овощами и куриной грудкой, котлеты, домашний белый хлебушек и вкуснейшее миндальное, вернее, песочное печенье с миндалем. Кстати, дети его уже оценили, и оно получилось очень-очень вкусное. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Пожелаю вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.